Всем привет, друзья! Настало время для гигантской подборочки с сайта AliExpress. Обязательно ставь лайк, если я тебя хоть чуточку удивил. А если вы поучаствуете в конкурсе, то сможете выиграть абсолютно любую вещь из этого выпуска. Поехали! Компания Xiaomi продолжает удивлять необычными для нее устройствами. Умная электрическая зубная щетка с возможностью сопряжения с мобильным устройством посредством Bluetooth. Она оснащена аккумулятором на 1000 мАч, благодаря которому гаджет держит заряд 25 дней при интенсивном использовании. Сами щетинки выполнены по некой 3D-технологии, благодаря которой каждая щетинка обрабатывает на 40% больше поверхности. Приложение для смартфона способно отображать уровень заряда и простейшую статистику. Это устройство является революционным способом для ухода за ногтями вашей собаки или кошки. Безболезненно и легко обрежет когти вашего питомца, в отличие от традиционных ножниц для когтей. Когти, обработанные ровно, без заусенцев и расщепления, больше не будут царапать мебель, одежду и вашу кожу. Это удобный способ быстро и аккуратно подточить когти вашим питомцам и при этом совершенно не обязательно ходить в салон. Еще один плюс – если коготь излишне сильно прижимается к точильному кругу, то гриндер просто останавливается. Камеры для съемки 360-градусного видео становятся более распространенными. Теперь с помощью специального аксессуара Insta360 Nano снимать видео для виртуальной реальности научился и iPhone. Аксессуар компактного размера оснащен двумя камерами с углом обзора 210 градусов. Обработка панорамных фото и видео происходит в процессе съемки и не требует дальнейшей постобработки. Камера пригодится вам в любой момент, если вы захотите запомнить его и поделиться им с друзьями. А при использовании аксессуаров вы можете заснять свои занятия активным и даже экстремальным спортом. Детектор скрытых камер позволяет обнаружить радиочастотный сигнал от скрытых источников наблюдения и прослушивания, а также визуально обнаружить по бликам объективов камер при помощи ИК-лазерной линзы, даже если камеры отключены. Для обнаружения радиосигнала от подслушивающих устройств используется широкодиапазонный сканер радиочастот. При выявлении скрытых устройств детектор автоматически подает сигнал звуком или вибрацией. Это гелевые пластинки, с помощью которых можно присоединить что угодно и куда угодно. С помощью них стало возможным в прямом смысле приклеить любой предмет к поверхности. Они не оставляют следов клея на поверхности, и в любой момент их можно легко отклеить. Таким образом, это простое на первый взгляд изобретение сможет решить множество проблем человека в повседневной жизни и решить много задач. Это приспособление, которое делает возможной стирку кроссовок в стиральной машине, не причиняя вред ни одной из сторон. Мешок выполнен из прочного сетчатого материала, а по всему периметру оснащен поролоновыми уплотнительными кольцами. Эти кольца смягчают удар обуви о барабан машины. Мешок можно использовать и для сушки обуви. Он оснащен удобными петлями, за которые вы можете подвесить его в любом месте, даже не вынимая кроссовки после стирки. Это эффективный компактный прибор, который помогает отпугнуть любую агрессивную собаку. Он абсолютно безвреден для людей, так как работает в диапазоне ультразвука, который человек не воспринимает. Однако на животных он действует незамедлительно, создавая чувство дискомфорта, не нанося им при этом травм. Собаки разбегаются, прям с места срываются, сбивая друг друга наперебой. К сожалению, на местных алкашей прибор не реагирует. Теперь у каждого фаната «Ассасина» есть возможность обзавестись точной копией клинка, который использовал сам Эдвард Кенуэй, один из главных персонажей этой истории. Такой клинок станет отличным подарком любому поклоннику популярной игры, независимо от пола и возраста. Это не просто ручка. Настоящий инструмент для подбора цвета, который способен брать образцы, а потом рисовать заданным цветом. Забудьте об огромном наборе цветных карандашей и маркеров. Прикоснитесь одним концом ручки к любому объекту, и мгновение спустя в вашем распоряжении будут чернила того же цвета. Она способна воспроизвести до 16 миллионов цветов. По-моему, это самая лучшая вещь. Xiaomi Redmi 4A – самый доступный смартфон из этой серии. Его корпус выполнен не из металла, а из пластика. Внутри спрятан малопроизводительный процессор Snapdragon 425. Отличную многозадачность обеспечивают 2 ГБ АЗУ, а за обработку 3D-графики отвечает видеоускоритель Adreno 308, работающий на частоте 500 МГц. В списке характеристик Xiaomi Redmi 4A также числится солидная батарея на 3120 мАч, хотя и без поддержки быстрой зарядки. Кстати, аккумулятор заряжается на 100% меньше, чем за 2 часа. Это полностью функциональный куб с дополнительным преимуществом. Он светится.
Также он примерно в два раза больше, чем стандартный куб. Он крутится и поворачивается точно так же, как и оригинал. Главным отличием, конечно же, является суперяркая подсветка светодиодов, питаемых от аккумуляторной батареи. Полная зарядка обеспечит как минимум 2 часа освещения. Это что-то с чем-то, не так ли? Полиморфус – это самозатвердевающий термопластик. Чтобы его расплавить, достаточно поместить капсулы в 65-градусную воду. Он идеально подходит для любого вида моделирования. Пластик затвердевает при комнатной температуре. Его не нужно специально подсушивать или помещать в холодную воду. Если ты плохо рисуешь, но хочешь как-то удивить своего друга или подругу, тебе поможет чудо-робот для рисования. Это уникальное приспособление способно нарисовать все, что угодно. Стоит только дать ему команду, и рисунок начнет оживать прямо на ваших глазах. Однозначно лайк! Электрический ластик сделает всю утомительную работу за вас. Работает по принципу электрощетки. Быстрая вибрация позволяет с ювелирной точностью проводить настолько тонкие работы, что делает применение удобным даже для профессиональных художников. Им буквально можно рисовать на заштрихованной поверхности. Ластик под разными углами наклона делает как тонкие линии, так и быстро стирает большую поверхность. Уникальный стиль и функциональность. Такое стало возможным благодаря внедрению технологии прилипания, в результате чего чехол может прилипляться к любым поверхностям, даже самым скользким. Надежную фиксацию с поверхностями обеспечивает специальный пористый материал задней крышки. При соприкосновении и небольшом надавливании он действует подобно тысячам микроскопических присосок, позволяющих удерживать устройство. Встречайте новую версию Fidget Cube. Это простая и вместе с тем удивительная вещь, придуманная именно для того, что запрещают делать окружающие с подручными предметами. Он имеет 12 сторон с различными элементами для взаимодействия. Вращающийся диск, силиконовый шар, мягкая кнопка, 3 силиконовых шарика смайла и много других. Подарить этот усовершенствованный куб будет очень тяжело, вам захочется оставить его у себя. Забудьте о тяжелых ведрах и плохо пахнущих тряпках. Лучше воспользуйтесь этой шваброй с распылителем, которая оснащена емкостью для воды и чистящего средства. Такая удобная и всегда под рукой. Вращается на 360 градусов, что позволяет вам добраться до труднодоступных участков, где скапливается пыль. При этом не приходится передвигать из комнаты в комнату тяжелые ведра с водой или отвлекаться в ответственный момент. Дождь – это мокро, сыро, грязно и прохладно. А еще серо и скучно. Наверное, поэтому дождливая погода так портит настроение людям. Но все может исправить один единственный предмет, радующийся дождю, как цветник после засухи. Зонт, меняющий цвет, был изобретен именно такими неунывающими людьми. Стоит дождику намочить ваш зонт, как он тут же вспыхнет разными цветами и вмиг поднимет ваше настроение. Забудьте про баночки с водой. Рисуйте, когда хочется и где хочется. У этой кисти огромный потенциал. Водяные кисти – это обычные кисти с баллончиком воды. Она сама смачивается, если на нее немного надавить. С приходом зимы для многих мерзлота в ногах становится существенной проблемой. Современная промышленность предлагает отличное решение – стельки с автоподогревом. На аккумуляторах, съемных батарейках и беспроводные. Не требует специальной обувь, вам нужно только подрезать их до нужного размера. Затем вы вставляете их в обувь, пультом управления выставляете нужную температуру, кладете его в карман и в путь. Незаменимая вещь для охотников и рыболовов. Это новый портативный проектор. Выглядит как цилиндрическая конструкция. Устройство способно обеспечить 180-дюймовую широкоформатную картинку, которая способна поддерживать 3D-фильмы и видеоигры в зависимости от ваших предпочтений. Также проектор имеет разъем HDMI для подключения мультимедийных девайсов, аудиоразъем и микрофон. Управлять проектором можно со смартфона, специальное приложение имитирует пульт управления. Теперь провести время с друзьями можно еще веселее, если вы поиграете в эту захватывающую игру. Правило очень простое. Передайте револьвер с воздушным шариком вашему другу. Он же переворачивает барабан несколько раз, а затем тянет за спусковой крючок. Если воздушный шар не лопнет, револьвер передается следующему человеку. Наблюдайте за лицами ваших друзей, пока они ждут своей очереди. Эту встречу вы запомните навсегда. Выдвижной блок розеток с USB – удобное, оригинальное и безопасное решение по электроснабжению бытовых приборов, компьютерной техники и зарядке гаджетов. Хватает одного незначительного давления пальцем, и блок розеток выдвигается. Точно так же легко он въезжает внутрь. Смотрится стильно, эргономичен, а главное, не занимает много места.
И по традиции конкурс на любую вещь из выпуска. Условия стандартные. Лайк, подписка, колокольчик и комментарий для того, чтобы я смог выбрать победителя. Как только видео соберет 20 тысяч лайков, в моей группе ВКонтакте сразу появится пост с итогами конкурса. Всем удачи! На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!